Далеко за городом, куда ни глянь, всюду небо. Лига 73. Свобода начинается со 100 миль в час и 3 метров над землей. Так и что у нас тут? Свежее мясо. Это ты, Удорон? Меня Мак зовут. А я знаю, кто ты. Ты дрифтер, дружок хэштегера. Приехал делать селфи, Мак? Нифига. Я гонщик по бездорожью, как и ты. Нет, лучше. Докажи. Обгони моих ребят. Потом поговорим. Сейчас мы чуть подзаработаем на стороне. У меня есть одна пари на примете. Если ты захочешь, я его заключу. Победишь, и я даже поделюсь с тобой выигрышем. У нас в меню свежее мясо, мальчики. Очки и девочки, я тоже кусаюсь. Погнали! Не на двоечку. Нормально откатал свежее мясо. Глядишь, мы еще сделаем из тебя гонщика по бездорожью. Вот это, братан, лишнее. У меня прирожденный талант. Слушай, я тебя знаю. Ты из команды Безумного Рама. Он безумен только в плане работы с моторами. Это он тебе так сказал? Подъезжай как-нибудь к гелиостанции. Докажи мне, что это не просто везение.
Лига-73, слушайте, это Удо. Больше никаких подтопков. Сотрите его в пыль. Да! Давайте, ребята, не жалейте меня. Держать, мать! Банда начинает тебя подбадривать. Это действует мне на нервы. Ха, ну прости, что я так крут. Мало нам того, что дом на нас наседает и требует подставные иконки. Сочувствую. Они сейчас всех достают. Этот вольный гонщик – реальное место! Вы гляньте на тачку! Больше никаких поддавков! Заройте этого лузера в грязь! Бла-бла-бла. Пока ты говоришь, я выигрываю. Надеюсь, вы готовы.
Ошибаться нельзя. Дамы и господа, маг побеждает снова. Люди могут начать думать, что ты настоящий оффроудный гонщик. Пора мне развеять эти заблуждения. Значит ли это, что я... Давай так, победишь меня, я скажу тебе, где можно найти реликвию. Назови время и место. Надеюсь, ты готов, Удо. О, да! Сейчас повеселимся! Понеслась? Погнали, свежее мясо! Когда я узнал, что ты хочешь гонять с нами, я был уверен, что ты окажешься напыщенным ослом. И? Ты им и оказался, но ездить умеешь. Да ты посмотри, я уже тебя опережаю. Заткнись! Маг летит! Погода нравится. Ты серьезно? Это же родина гонок, пустыни и трофи драк. Хороший ответ. Раньше я так думал. Реальность куда менее радостная. Ну давай, расскажи мне, как я болтать гораздо. Заткнись и гони! Знаю, ты любишь это так. Слушай, Лига 73, это как-то связано с аэродромом? А то! Мы сюда пробирались, чтобы наблюдать НЛО, еще когда тут была секретная военная база. И потом рвали когти от погони. Круто! Ты серьезно? Вот рыб! Ох.
месте сделаю сам. Крутая, но ты с ней справился реально, как чемпион. Координаты старого 240Z твои. Считаю, ты годен для оффроуда. Спасибо. Ты, в общем, тоже нормальный. Теперь мы будем держаться от аэродрома подальше. Ты это заслужил. Вы лучше как-нибудь заезжайте в мастерскую. Может быть, Раф вам подгонит нормальный движок. Я об этом подумаю. До встречи, свежее мясо. Захочешь погоняться, мы тут. Раф,